программы «День с толком» в студии Артем Гусельников. Приветствую всех, кто смотрит нас на телеканале и в Ютубе. Смотрите в этом выпуске. Павлу Мамешину из Бийска предъявлено обвинение. Боксеру грозит до 15 лет лишения свободы. Вместо помощи от президента – прокурорские проверки. Проблемы Кучук-Сульфата коснулись и поселка Степное озеро. В полной готовности. Завтра алтайские спортсмены выступят на Олимпиаде. Бийскому боксеру Павлу Мамешину предъявлено обвинение. Следственный комитет сообщил, что уголовное дело заведено по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшему по неосторожности смерть потерпевшего. Ему может грозить до 15 лет лишения свободы. По данным следствия, спортсмен нанес не менее 4 ударов по голове оппонента. Причиной смерти стала открытая черепно-мозговая травма и ушиб мозга. Кроме того, установлено, что Мамешин был трезв. Мужчина частично признал вину, но настаивает на том, что инцидент произошел неумышленно. Расследование уголовного дела продолжается. К другим темам. На администрацию поселка Степное озеро обрушились прокурорские запросы. Предшествовало этому публичное выступление главы поселковой администрации на митинге в поддержку градообразующего предприятия. Глава осудила административное и рейдерское давление на Кучук-Сульфат и заявила о финансовых проблемах, которые в связи с этим угрожают муниципалитету. Результат митинга – письмо президенту страны Владимиру Путину, а для главы администрации – пачка запросов из прокуратуры. О том, как это сказалось на жизни поселка, в нашем сюжете. Митинги в Степном озере проходили после каждого судебного заседания. Напомним, сейчас Генеральная прокуратура пытается деприватизировать Кучук-Сульфат. Это основной работодатель поселка. Обеспокоенные своим будущим жители писали письма на имя президента, чтобы власти обратили внимание на ситуацию. Завод с 2017 года подвергается административному и рейдерскому давлению. А развернувшиеся судебные тяжбы уже начали сказываться на бюджете муниципалитета. Сегодня сложилась такая ситуация, что практически все, что мы начали, мы на сегодняшний день приостановили. Это решение, которое вот пока не найдет разрешения сама по себе ситуация с вот этими арбитражными разбирательствами, сегодня у нас нет возможности участвовать в этих проектах. Завод, который на протяжении многих лет признавался лучшим социально ответственным предприятием региона, нес большую благотворительную нагрузку. С его финансовым участием в поселке отреставрированы все социальные объекты, много вложено в благоустройство. Вся эта внепроизводственная деятельность сейчас остановлена, а из-за заморозки акций предприятия прекращены выплаты по дивидендам, что стало прямым ударом по казне поселка. В прошлом году бюджет Степного озера недополучил 14 миллионов рублей, а это почти половина. В этом ожидают еще больших потерь. Вообще наш завод, он является самым основным налогоплательщиком. 98% всех налогов, которые... Это все идет только от завода. Поэтому у нас сейчас очень плачевное такое положение. Завод для нас это, ну то есть и соцблок, и материальная помощь, и завод выделял. Короче, поселок жил и пока еще живет за счет завода. Жил за счет завода и единственный источник питьевой воды – родник. Станция мембранной очистки по американской технологии, построенная при участии завода. Именно здесь жители поселка бесплатно набирали чистейшую воду. Сегодня станция закрыта. А это значит, что чистой питьевой воды в поселке больше нет. Поставили фильтра, вот чисто для питья и готово. И фильтра они у нас долго не ходят, месяца 2-3 их менять надо. Потом уже все начинает опять вода ржавая, и достаешь там, страшно смотреть на эти фильтра. Вода из водопровода не просто с отвратительным запахом. Показатели предельно допустимой нормы по содержанию железа и вредных для организма солей превышены в ней на 50%. А фильтры способны очищать только от железа. Так что питьевая вода сегодня доступна лишь в магазине за деньги. Вот смотрите, какая коричневый налет какой. Вот такая вот у нас, если бы не фильтра и ванной, унитаз был бы такой.
Закрытие родника – первое, на чем сказался недостаток финансирования. Таких болевых точек для жителей может стать больше. Ведь финансы поселка напрямую зависят от благополучия завода, которое теперь под угрозой. Обращались жители со своими тревогами к президенту, а получили внимание прокуратуры. Надзорный орган проверяет в поселке все. На дорогах измеряют линейкой высоту колеи, а в администрации – все финансовые документы. Всего более десятка прокурорских запросов. Совсем недавно подобное административное давление испытывал завод. Только там запросы всех ведомств исчислялись сотнями. Еще одно место, которое пострадало от череды проверок, направленных на Кучук-Сульфат, боксерский клуб «Динамо». Секция была создана 11 лет назад при поддержке предприятия, и все это время тренировки в ней проводятся бесплатно. На сегодня здесь занимается более 30 ребят разного возраста. Тренажерный зал, весь необходимый инвентарь и даже собственный ринг – редкость для отдаленных поселков. На тренировки сюда приезжают даже из соседних Родины и Благовещенки. Прокуратура заглянула и в этот клуб, пытаясь выяснить, действительно ли занятия были бесплатными. Интересует надзорное ведомство и источники финансирования секции. Эту информацию, по словам тренера, здесь никогда не скрывали. Мне, допустим, помощь всегда предлагалась от Федерации бокса Алтайского края, но я от нее отказывался, потому что и просил, чтобы Федерация бокса Алтайского края лучше уделили внимание другим районам, потому что у меня здесь все хорошо, и меня обеспечивает Кучук-Сульфат. Я не нуждаюсь в материальной поддержке. Дмитрий Воробьев, руководитель и тренер боксерского клуба, потомок сразу двух знаменитых династий завода. А еще сын главы администрации, той самой, что выступала в защиту Кучук-Сульфата. Похоже, исключительно из-за родственных отношений прокурорские проверки коснулись и его, судачат жители. В маленьком поселке все на виду, поэтому о визите прокуратуры информация разлетелась молниеносно. Встревожились и родители юных спортсменов. Ведь раньше они не знали никаких забот. Дорогостоящая боксерская форма, финансирование поездок на соревнования, все необходимые траты брал на себя Кучук-Сульфат. Что будет теперь? Вопрос открытый. Охота жить, охота воспитывать детей, охота, чтобы они занимались, тем более боксом. Ждали помощи, я получается, что в ответ только одни эти прокурорские проверки, больше ничего. Жители поселка надеются на успешный исход событий, ведь уровень благополучия, который обеспечивал завод, терять никому не хочется. Но пока идут судебные тяжбы и финансирование местному бюджету, ждать неоткуда. А значит, вполне вероятно, что этот ком проблем будет только нарастать. Артем Гусельников, Андрей Печоркин. День с толком. Житель Барнаула сбил школьницу и скрылся. Происшествие случилось накануне утром на улице Попова. Водитель наехал на девочку, когда та переходила дорогу по пешеходному переходу. Уже сегодня виновника аварии задержали. Почему мужчина не оказал помощи подростку и что ему теперь грозит, в сюжете Софии Яценко. По этой дороге Кристина ходит каждый день в школу, но этим утром привычный маршрут обернулся для девочки и ее семьи шоком. Прямо на пешеходном переходе школьницу сбил водитель на легковушке. Первый ряд остановился, а второй ряд мужчина проехал и сбил ее. Сбил, она потеряла сознание, очнулась, он вышел из машины, накричал на нее и уехал. По словам девочки, мужчина даже не пытался ей помочь. Скорую предложила вызвать прохожая. Женщина с остановки, когда начала рельсы переходить, она подошла и сказала то, что давай все-таки скорую, что головой сильно ударилась. Я сказала нет, дальше в школу пошла. В школу уже, в школе позвонила маме, позвонила маминой подруге, она приехала, вызвала скорую. К счастью, пострадавшая отделалась лишь телесными повреждениями. Лихача задержали уже на следующий день. Им оказался мужчина 53-го года рождения. По его словам, девочку он просто не заметил, была дымка. После столкновения, говорит, помочь хотел, но школьница сама отказалась. Я выскочил с машины к ней. Девушка, говорю, скорую надо. Она, да пошел ты. Поднялась и пошла. И все, я даже девушка, я за ней был. Это самое, тут смотрю, женщина или с травой там Вставай. Говорит, куда ты пошла, блин? Давай это самое, скорую вызвать. Я о ней, она и ушла, ну, я все, я растерялся, все, ну убежала, что ей. Да кто ее знает, кто? Я же не видел, что это ребенок. Но в ходе разговора с сотрудниками ГИБДД совесть пенсионера все же проснулась. Я прошу прощения у этого ребенка.
что так получилось. Если что, я согласен даже помочь материально ему, если там деньги нужны для лечения, пожалуйста, я не отказываюсь от этого. Теперь мужчина понесет административную ответственность. За сам наезд на пешехода ему грозит лишение прав до 1,5 лет или арест на 15 суток. Также водителя накажут за то, что скрылся. Сотрудники ГИБДД напоминают, чтобы избежать подобных происшествий, необходимо помнить о правилах проезда на пешеходных переходах. Подъезжая к пешеходному переходу, особенно который находится вблизи учебных каких-то организаций, где есть знак «Внимание, дети», снижать скорость. Быть внимательным, осторожным, пропускать пешеходом. Когда перед пешеходным переходом остановилось транспортное средство, нужно сделать то же самое, остановиться, убедиться, что нет переходящих дорогу пешеходов, и только после этого продолжить движение. Напоминают и пешеходам, нужно дождаться полной остановки автомобилей и убедиться, что пропускают, и только тогда приступать к движению. София Яценко, Андрей Печоркин, «День с толком». Способы экономить на тепле, методы решения проблем и обсуждения острых вопросов. Сибирская генерирующая компания вновь провела прямую линию со своими потребителями. О том, что обсуждали в прямом эфире в нашем сюжете. У нас есть телефонный звонок. Здравствуйте, вы в эфире. В эфире и СГК, традиционно для отопительного сезона. Вопросы поступали в радиорубку и социальные сети, где транслировался эфир. Например, барнаульцев интересовало, почему в разных комнатах одной квартиры температура может отличаться и что с этим делать. Причин здесь может быть несколько. Это, во-первых, и регулировка, которую выполняют на элеваторном узле, это так называемые, в простонародье, сопла и шайбы. Это могут быть отопительные приборы в квартире, скажем так, забитые, не новые. Все эти факторы, в конце концов, могут сказываться на разности температур в квартирах. Жаловаться на эту проблему, говорит Гросс, можно и самим энергетикам, и в управляющую компанию. Другая тема, которую затронули в ходе трансляции, тоже связана с температурой. В частности, с избытком подачи тепла при повышении температуры за окном и недостатком при резких похолоданиях. Советуем рассматривать вопрос об установке погодозависимой автоматики на домах. Это позволяет в автоматическом режиме внутри дома производить регулировку под температуру наружного воздуха. Под ТНВ вот так оперативно можно регулировать, ну, только непосредственно на объектах, потому что вся общая городская сеть, она очень инертна. Также это позволит сэкономить деньги жильцов при оплате по квитанциям. При этом, по словам Холодкова, в крае действуют программы, по которым управляющие компании смогут вернуть деньги за установку оборудования. Но ответы были даны и на более острые вопросы. Один из них – срыв сроков подачи тепла на Павловском тракте. Но 23 сентября было обнаружено повреждение на тепловой сети диаметром 150 мм. В связи с тем, что сеть достаточно глубоко расположена и большой участок пришлось менять, 21 метр, запустить повторно удалось только 25 сентября. После этого в течение всего отопительного сезона нареканий на участке не возникало. В ходе эфира и после него ответы получили все слушатели и читатели, адресовавшие вопросы энергетикам. Следующая конференция по принципу открытости пройдет в начале отопительного сезона. Татьяна Голубева, Артем Гусельников, Вадим Быстревский. День с толком. Первые автомобили по Заринскому мосту через реку Чумыш смогут проехать уже в августе. Впервые за двухлетнюю историю реконструкция идет по графику и выполнена уже на 30%. Об этом заявил новый подрядчик – барнаульский ДСУ-4, зашедший на объект осенью прошлого года. Наша съемочная группа посетила многострадальную переправу. История моста через реку Чумыш в Заринске, вероятно, выходит на финишную прямую. Напомним, масштабная реконструкция началась еще в 2020-м. Но сроки по вине подрядчика новосибирской компании «Союздорстрой» несколько раз сдвигались. Из-за этого было принято решение расторгнуть договор. Новый с барнаульским ДСУ-4 заключили осенью 2021 года. Специалистам пришлось принять объект с недостроенными опорами. Мы в октябре отыграли этот контракт. И уже продолжили, залили опоры, залили ростверки. И вот сейчас на данный момент смонтировали балки пролетных строений. Сейчас занимаемся заливкой продольных швов.
Все работы в срок, и финансовый график, и временной, все соблюдается. Причиной этому, говорит Николай, своевременные поставки стройматериалов и опыт рабочих. Компания на рынке уже более 10 лет, а ее последний масштабный проект – успешный ремонт старого моста в Барнауле. Также успокоить местных жителей спешат и заринские власти. Паводковые воды, которых опасались в прошлом году, и в этом пройдут незаметно для стройки и соседних домов. Данная технологическая площадка запроектирована с учетом прохождения ледоходов, но мы все равно разрабатывали план мероприятий на данный период. То есть это дополнительная техника, дополнительное укрепление вот этой технологической площадки, скажем так, производили. Помимо этого, с берегов реки уберут строительные материалы, а на объекте организуют дежурство. Рабочим уже доводилось во время осеннего ледостава спасать из воды местных подростков. После окончания паводка технологическую площадку демонтируют. Начнется новый этап работ. А следить за их ходом можно в социальных сетях. Например, в инстаграме ДСУ-4. Комментарии, к слову, открыты. Перед приездом сюда я посмотрел интернет на предмет того, что пишут по поводу строительства этого моста сейчас, и убедился, что на данный момент каких-то замечаний либо комментариев отрицательного характера нет. Поэтому все сейчас идет в штатном режиме. Надеюсь, что так и будет далее. А вот в ДСУ-4 в этом уверены. За 2 месяца пребывания на объекте подрядчик выполнил треть работ, и снижать темпы, говорят строители, они не планируют. Также сейчас подготавливается документация для обустройства перекрестков по обеим сторонам переправы, а значит шансы, что мост наконец-то откроют в сроки, то есть уже в августе, велики как никогда. Артем Гусельников, Алексей Фризин. День с толком. Отдых за границей этим летом может подорожать в 2 раза. Пока речь идет только о Турции. Ожидается, что цены на туры в эту страну взлетят уже в апреле. Мы ожидаем это после окончания акции «Раннее бронирование». То есть официально она объявлена до 31 марта. После этого срока цены возрастут. Ну и по опыту прошлого года они тоже в сезон вырастали. То есть август, сентябрь и даже октябрь месяц были цены на Турцию довольно дорогие. Помимо высокого спроса, одна из причин удорожания, по словам специалистов, подросший курс евро к местной валюте – лире. Из-за этого увеличились и расходы отелей на содержание гостей. К слову, Турция – это пока единственное направление, доступное туристам, вылетающим из Барнаула. В другие открытые страны – Доминикану, ОАЭ, Египет, Мальдивы и Грецию – улететь можно только из Новосибирска. Герой нашего сюжета в 62 года увлекся лепкой. Сегодня Александр Черников создает картины из пластилина и спустя месяц готов дать мастер-класс. Об этом, к слову, его попросили сами подписчики в Инстаграм. Анастасия Наборщикова познакомилась с мужчиной и узнала подробнее о его хобби. Всего один палец нужен, чтобы создать такой портрет. Александр Черников увлекся пластилином месяц назад. И сейчас его фотостудию украшают серия таких работ. Началось все случайно. У меня двойняшки 7-летние часто лепят. И когда они налепятся, у них остается вот таких вот куча пластилина, которые, кстати, многие родители с этим знакомы, его выкидывают. Я его просто взял, поразмазывал. И мне понравилось, как это все в миксе ложится. Сегодня папа и сын Егор лепят вместе. Один из двойняшек увлекся этим не на шутку. Если старшее поколение за такой работой отдыхает, то молодой развивает художественный взгляд и предпринимательские способности. Мой сын говорит, буду продавать, помогать вам. Продал одну картину, знакомые увидели, там я выставлял. Говорит, ой, сами хотим. Говорю, ну вот, сынок продает. Если серьезно, Александр – мастер спорта по самбо, а под дзюдо – кандидат в мастера. В 80-е одевал барнаульскую молодежь и стал закройщиком высшего класса. Тогда в Москве его ждал модельер Вячеслав Зайцев, но тяжелые 90-е дали о себе знать. Черников взял в руки фотоаппарат и с тех пор работает в этой плоскости. И вот я закончил свою картину из пластилина в стиле фэнтези и назвал эту работу «Эллара». Это луна Юпитера, которая, в свою очередь, была названа в честь возлюбленной Зевса. Сегодня Александр планирует поездку в Белокуриху. Там его ждут друзья на мастер-класс по картинам из пластилина. Если покрыть такую работу лаком, она легко может вписаться в интерьер. Но автору пока все-таки интереснее сам процесс. Мы еще получаем бонус, потому что у нас массаж пальцев за что-то отвечает, указательный за почки, средний за печень, то есть еще идет и какое-то настроение. Анастасия Наборщикова, Вадим Быстревский. День с толком.
Зимние Олимпийские игры в Пекине продолжаются. И, наконец-то, в борьбу включаются и алтайские спортсмены. А именно воспитанник заринского биатлона Даниил Серохвостов. Он попал в число участников спринтерской гонки на 10 километров с двумя огневыми рубежами. Вместе с нашим спортсменом за олимпийские медали будут бороться Александр Логинов, Эдуард Латыпов и Максим Цветков. Мужской спринт пройдет в субботу 12 февраля в 16:00 по барнаульскому времени. С Даниилом нам пообщаться не удалось, но вот с его отцом накануне стартов поговорили. Он всегда чувствует нормально, даже если не нормально, он не скажет. Поэтому все нормально. Я никогда никому не говорю. Загадываю, прогнозы не ставлю. Вот когда выступит, тогда лучше разобрать ошибки, разобрать, что не получилось. Присоединится к олимпийской гонке завтра и конькобежец Виктор Муштаков. 12 февраля наш спортсмен примет участие в забеге на 500 метров. Так что болеем за наших. А на этом у меня все. Спасибо всем, кто нас смотрит. Не только по телевизору, но и в социальных сетях и на YouTube. Для вас работает телефон нашей редакции 205-545. Подписывайтесь на нас, ставьте лайки, участвуйте в обсуждениях. Через несколько секунд о погоде. Спонсор прогноза – компания «Валар». До встречи!